Всем привет! Добро пожаловать на кухню, место, с которого начинается ваш день. И чтобы он прошел чудесно, мы с Натальей уже готовы творить чудеса. Что же мы готовим? Всегда ли у тебя хватает времени на то, чтобы приготовить себе завтрак, сесть не спеша поесть и бежать уже по своим делам? Никогда не хватает. Вот. И сегодняшний вариант, я думаю, что будет тебе как раз интересен и так под руку, потому что мы приготовим с тобой омлет, который можно, в принципе, взять в дальнейшем с собой. Серьезно? Да. Он что, твердый? Практически. Давай, с чего начинаем? Ну, сейчас я пока подготовила помидорки и перчик. Мы же знаем, что они лучше усваиваются, когда они прогреты. Поэтому отправляю их на сковороду. Так. Тебе я доверяю взбить яйцо с молоком. То есть берешь яйцо, добавляешь молока ровно столько же, сколько у нас с тобой по объему яйцо. В одном яйце сколько граммов? Смотря какое яйцо, от 46 до 50. Ну, то есть, получается, я должен добавить 100 граммов примерно? Нет, нет. Молока так или сколько? Так как ты одно яйцо берешь. Одно яйцо? Да, одно яйцо. Все, понял. Тебе хватит, давай 40, потому что это не отборное. 40? Ты доверишь мне на глаз это сделать? Да. Скажи. Ну, ты можешь. Вот. Все. Ага. Я почти затормозил сам. Здесь не страшно, главное не перелить. Если чуть не дольем, это не страшно. Так, разбиваем. Посолить. Так, щепотку соли. Я вот это возьму. Ну, можно такой. Так. Поперчить. Перчить. Обязательно. Так. И хорошо перемешать. Перемешает, но не взбалтывать, как обычно, да? Да. Но нам не надо взбивать, потому что если мы с тобой будем взбивать до состояния пены, мы поменяем структуру яйца и белка, и желтка, и у нас получится резиновая такая субстанция, но не совершенно не воздушный омлет. Включаем сковороду. Так. Разогреваем хорошо ее. Небольшое количество масла. Воспользуйтесь лопаткой, чтобы это все размазать. Так, выливаем. Серединочку, да? Опа. Ну вот, главное, чтобы у нас равномерно. Угу. Вот у нас овощи тоже готовы уже. Мы их отставляем. Берем сыр. Так. Можно взять плавленый, можно взять натертый, ну, по типу российского или голландского. И сверху вот так прям вот на наш омлетик. Вот вот. Да. Как все это вкусно пульсирует. Здесь мы с тобой накрываем. Прямо туда? Чуть-чуть прижимаем. Так. Сейчас будет магия какая-то? Нет, никакой нет? магии. Совершенно никакой магии. Я думал, сейчас сковородка такая. Опа! Нет, если у тебя есть две сковородки, в принципе, как вариант. Ничего себе. И нам нужно ту сторону тоже немножко поджарить, потому что тортилья станет более твердой именно в тот момент, когда она немножко схватится. А мы на одну половиночку кладем наши овощи. Так. Их же покрываем сыром. И добавляем лист салата. Все, у нас с тобой омлет готов. По-моему, она говорит мне, чтобы я съел ее руками, поэтому. Ну, смотри, как тебе удобно. Так, 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 так. Вроде бы уже немного остыло. Ребята. Ну, здесь я тебе все-таки предложу салфетку. Я уже поняла, ум отъел, язык проглотил, ну, все в наших традициях. Очень сочно. Я уже, на самом деле, пока я держал в руках, я забыл, что там омлет. И это было прям удивление, что, о, там уже яйца.
просто шикарно. Действительно, как будто бы отправился в отпуск. Либо в Мексику, либо в Грецию, выбирайте сами, готовьте и путешествуйте у себя на кухне, ну и вместе с нами, да? Да. Всем приятного аппетита и увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока. Всего доброго.